спасительное слово от Господа, которое Он говорит, чтобы мы сохраняли мир и спокойствие в наших сердцах. Так говорит Господь: сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей. Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла. Пусть Божья милость будет над нами каждый день, чтобы нам делать добро для Бога, для людей, для Его славы.